Экс-глава аппарата президента останется под стражей. Такое решение вынесла судья Бишкекского городского суда Джанел Мамбиталы, оставив в силе решение Октябрьского районного суда о содержании под стражей в СИЗО ГКНБ Даниэра Нарымбаева, обвиняемого в вымогательстве взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностным положением. Нарымбаев будет содержаться под стражей в СИЗО до 15 сентября этого года. Напомню, Нарымбаев был задержан 22 июля. Ранее, 15 июля, в отношении депутата парламента Хаджимурата Куркмазова было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства взятки у родственников Наримана Тюлеева за положительное решение вопроса о конфискации имущества в пользу Тюлеева, рассматриваемого Верховным судом. Допрошенный нардеп дал уличающий Даниэра Нарымбаева показания.